Ну что, вот я иду по Невскому проспекту, прокатился на кораблике по каналам, снова я на Анечковом мосту, и надо взять у кого-нибудь интервью. И вот стоит какая-то девушка с пакетами, спросим сейчас у нее. Девушка, вы из Питера? Нет, я из Казани. Как вам Питер? Давно вы здесь? Уважаемые петербуржцы, гости нашего города, ровно 21:30. А здесь ничего не слышно. Давайте, девушка, отойдем отсюда, и вы мне расскажете, каково вам в Питере, что вы смотрели, что вам понравилось. Понравилось все. Я влюблена в этот город. Правда? Все понравилось? Да. А что именно? Вот, где вы были? На что посетили? На чем ездили? Ездила на экскурсионном автобусе. Я тоже ездил на автобусе. Что еще посмотрели? А для чего вы это снимаете? Я снимаю это для канала в YouTube. Канал называется «Мир приключений и путешествий». И вот наши зрители смотрят все мои путешествия. Им очень интересно узнать, кто еще ездит по тем же маршрутам, что и я. Да, ну очень много туристов на самом деле. И вот я каталась как раз сейчас на прогулочной лодке. Я тоже катался на прогулочной лодке. То есть все ездят примерно по одним и тем же маршрутам. Да. А что интересного в Казани вот можно посмотреть, если поехать в Казань? В Казани? Там много достопримечательностей Казани. Например? Те же мечети, Кремль. Я на самом деле был в Казани, но экскурсии не делал. У нас сейчас замечательная набережная. Очень много. В общем, вы рекомендуете съездить и отснять репортаж в Казани. Конечно. То есть там есть что посмотреть. Хорошо, обязательно, обязательно приеду в Казань и сделаю репортаж по Казани. А у вас есть машина? Есть. А вы меня повозите по Казани, если я приеду в Казань? Да, конечно. Отлично. Я оставлю вас в своей. Вот так вот можно в Питере выяснить о совсем другом городе, взять контакт и иметь экскурсовода в следующем городе. Казань тоже очень гостеприимный город, поэтому добро пожаловать. Верю. Спасибо большое. Спасибо вам.